Совсем скоро всем этим беззаботным ученикам придется столкнуться со взрослой жизнью. Устраиваться на работу, приобретать жилье, создавать семью. Каждый из них столкнется с вопросами составления бюджета. Во время встречи школьники узнали много финансовых терминов и получили пояснение, что каждый из них значит. Специалисты МТБанка подробно объяснили, на что следует обратить внимание при выборе банковского депозита или кредита. Гости школы подчеркнули, что деньги не являются главой всего и ценностью как таковой. Это просто универсальные средства обмена, которые позволяют человеку получать те или иные блага. Особый интерес со стороны школьников был к новому продукту МТБанка – карте Visa Gold Student, оформить которую могут все желающие студенты абсолютно бесплатно. При этом обладатели таких карт получат скидки в кафе и магазинах, ставшими партнерами дисконтной программы Gold Student Club. Кроме того, в подарок каждый держатель получает международную карту EZIC, которая дает право получить скидку при посещении музеев, галерей в странах Европы. Ведь включенным в финансовую сферу обладать знаниями и навыками в области финансов значит повышать не только свое материальное благосостояние, но и экономическую стабильность страны. Мы выбрали школу 13 города Бреста и проведем такой информационный классный час о финансах и расскажем детям, что такое финансы, что такое государство, как сэкономить деньги, как их сохранить, приумножить и если их нет, то как их взять. Сейчас уже немножко не такое общество, как было раньше, когда, например, мы были в школе. У детей есть свои какие-то уже доходы, свои расходы. Они могут, мы их научим, как они могут сэкономить деньги, купить что-то, какую-то большую покупку. И также в будущем, чтобы они имели какое-то представление, что такое семейный бюджет, как им распоряжаться. Наша молодежь порой не тратит деньги с умом, и в будущем, я думаю, что это вполне пригодится. Правильное распоряжение денег, особенно как бы для мужчины и вообще, потому что семью надо кормить и правильно располагать финансы. Нынешние школьники – это будущее, самостоятельно обеспечивающие себя белорусы. Именно от того, в какой мере каждый из них осведомлен о ситуации на финансовом рынке, насколько эффективно он способен организовать свою хозяйственную деятельность и разумно распоряжаться денежными средствами уже сейчас, во многом зависит качество его жизни в последующем. А значит, уроки финансовой грамотности не уступают по значимости и важности таким, как математика, история, литература. Это мне очень пригодится, так как в дальнейшем я, когда веду свою семью, и у меня будет очень много дел с работой связано. Мне надо будет брать кредиты, рассрочки, чтобы в дальнейшем как можно лучше устроить свою жизнь. Уметь считать деньги еще не значит быть финансово грамотным. Важно уметь правильно пользоваться денежными средствами. К счастью, этому можно научиться. И сотрудники МТБанка приложат все усилия, чтобы такие уроки были усвоены как можно большим количеством учеников.